Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию мое новое изделие. Это ключница. Вот такая вот, в золотом цвете. Она небольшого размера. Сейчас мы с вами замерим размер ключницы. А с одной стороны это 22 сантиметра, и с другой стороны это 17 сантиметров. Для небольшой прихожей, либо для небольшого количества проживающих в квартире лиц. А здесь вот такие вот небольшие маленькие крючки представлены. Смотрите, я вам покажу немножечко поближе. Здесь ключница на 3 крючка. Вот так вот украшена красиво рамка. Ключница сделана на деревянной рамке. И внутрь ключницы уже вставлены пробки, чтобы можно было крепить какие-нибудь записочки, списки, напоминалки и так далее. То есть все то, что вы можете забыть уже при выходе из дома. Очень удобно пользоваться такой. У меня похожая ключница. Конечно же, она моя первая, и она сделана немного по-другому, но остается очень функциональной до настоящего времени. Итак, вот такая вот ключница в золотом цвете, немножечко припорошена сверху белым. Это для все-таки светлого интерьера и прихожей, в целом квартиры. Данное изделие можно закрепить как на такие вот застежки-липучки на клейкой ленте. Сейчас это очень модно. И, кстати, у меня практически все картины и ключница именно на таких вот застежках-липучках. Но также можно использовать и способ на крючок, либо способ, когда имеется уже гвоздик, и можно вешать таким образом. Ключница крепкая, для такого изыска здесь вот в некоторых местах у меня стразики, они так поблескивают очень интересно и также придают ключнице такую эксклюзивность, так скажем. Вот также можно здесь для красоты прикрепить некоторые пайеточки, чтобы было поярче, если, конечно же, это интересно заказчику. Если нет, то кнопки они спокойно вытаскиваются. Пайетки можно убрать и просто прикрепить кнопку. Кнопки, опять-таки, можно здесь использовать абсолютно разные, но нужно иметь в виду, что расстояние пробки до картона, да, на который крепится данная ключница, где-то в размере сантиметр полтора. То есть кнопки также нужно подбирать соответствующие. Вот такая вот ключница, хотела я вам немножечко рассказать о ней. Я считаю, что это будет превосходным подарком для новоселов. Вам спасибо огромное за просмотры. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Добра и бантиков!